Как вам китайская версия Rolls-Royce? Дизайн объективно офигенный. Главное, чтобы такой добрался до серии, что происходит крайне редко в автомобильной сфере. Полностью закрытые диски, это, разумеется, только для стиля, потому что тогда не получится обеспечить охлаждение тормозной системы. А какая попа-то эффектная. Ну, сзади, кстати, тоже Rolls читается, как мне кажется, да? Может быть, даже Rolls в перемешку с Bentley. Но выглядит, конечно, эффектно. Крутой концепт. И обратите внимание, обратите внимание, что боковые зеркала здесь в виде камер реализованы. Я даже не знаю, что это за производитель здесь. Что это? Хон чьи, что ли? Не написано толком. Оцените от 0 до 10, друзья.